Дорогая публика, здравствуйте. Я говорю с Артем Евсеевым, это вот американец. Он расскажет сейчас протестантскую этику и дух капитализма. У них там все хорошо, у протестантов все по порядочку. А вот у меня вот стул стоял кверху ножками, на нем висела моя безрукавка. Он упал. Сейчас вот вам Артем будет рассказывать, а я пойду стул поднимать, потому что я не протестант, я православный. Мы все такие вот бедолаги. Вот так вот. Ну, пожалуйста, ваше слово, Артем. А я пойду спасать свою куртку от кошек. Хорошо. Дамы и господа, спасибо, что пригласили меня сюда сегодня. Считаю за честь выступать перед такой уважаемой аудиторией на столь важную тему, как моральный капитал. По сути, моральный капитал представляет собой этические и моральные резервы, которыми обладает человек или организация. Это доброжелательность и доверие, которые они завоевывают, демонстрируя этичное поведение и честность в своих взаимодействиях. Моральный капитал служит основой, на которой работает общество, маяком, ведущим нас к тому, что хорошо, честно и справедливо. В отличие от финансового капитала, который можно измерить и легко рассчитать, моральный капитал неосязаем. Тем не менее, это также реально, а во многих случаях гораздо важнее. Его ценность можно увидеть в уважении, которое вызывает человек, который последовательно поступает правильно, или в доверии, которое люди возлагают на компанию, известную своей этической деловой практикой. Для организации моральный капитал – это не просто приятная вещь, которую нужно иметь, а жизненная необходимость. В современном мире, где благодаря технологическому прогрессу прозрачность возросла в геометрической прогрессии, компании, пренебрегающие моральным капиталом, делают на свой страх и риск. Потребители теперь отдают приоритет подлинности и этической ответственности, вознаграждая компании, которые соответствуют их ценностям, и наказывая тех, кто не соответствует их этическим ожиданиям. Компании с высоким моральным капиталом выигрывают от лояльности клиентов, мотивированных сотрудников и стабильного успеха. Однако моральный капитал предназначен не только для корпораций. Это понятие глубоко укоренилось в нашей личной жизни. Каждый из нас, как члены наших сообществ, должны сыграть свою роль в укреплении морального капитала. Когда мы выбираем быть честными, когда мы выступаем за справедливость, когда мы демонстрируем сочувствие, мы вносим свой вклад в наш собственный моральный капитал и капитал наших сообществ. В этом суть нашей сегодняшней дискуссии. Понимание того, что наши действия имеют последствия не только для нас самих, но и для общества в целом. В каждом принятом нами решении есть возможность построить моральный капитал, выбирать честность вместо удобства, ставить справедливость выше личной выгоды, ценить сочувствие над апатией. Это решения, которые определяют нас и создают наш моральный капитал. Тем не менее, создание морального капитала – это не спринт, а марафон. Это требует последовательности, дисциплины и, самое главное, приверженности этическим ценностям. Это может быть трудно, и могут быть
времена, когда кажется, что легче выбрать менее нравственный путь. Но мы должны помнить, что моральный капитал, однажды истощенный, может быть исключительно сложно восстановить. Потерянное доверие нелегко восстановить. А запятнанную репутацию невозможно отполировать. По мере продвижения вперед, давайте обязуемся инвестировать в наш моральный капитал. Давайте способствовать этому в наших организациях, в наших сообществах и в нашей личной жизни. Давайте признаем его неотъемлемую ценность и сделаем его приоритетом, но не в последнюю очередь, а в качестве руководящего принципа. Моральный капитал заключается не в том, чтобы быть совершенным, а в том, чтобы стремиться к лучшему. Речь идет об ответственности за свои действия, об обучении и росте. Потому что, в конце концов, реальная мера нашей ценности – это не богатство, которое мы накапливаем, а моральный капитал, который мы создаем, положительное влияние, которое мы оказываем на окружающих. Дамы и господа, тема огромной важности моральный капитал как термин, который становится все более популярным в нашем лексиконе, часто используется для отражения этического и морального положения человека или организации. Хотя я понимаю и признаю глубокое значение морального капитала в управлении человеческим поведением, я здесь, чтобы обсудить некоторые критические моменты, которые часто упускаются из виду в разговорах о нем. Концепция морального капитала является неотразимой. Он обещает этический компас, который направляет наш выбор и способствует развитию культуры, честности и уважения. Однако он также может быть неправильно использован и понят неправильно, что часто приводит к самоуспокоенности и формированию ложного чувства морального превосходства. Во-первых, мы должны обратиться к присущей моральному капиталу субъективности. То, что один человек считает моральным и этичным, может не совпадать с ценностями другого. Эта двусмысленность часто приводит к навязыванию одного набора ценностей другому. И термин «моральный капитал» может стать инструментом культурного навязывания, маскирующегося под маской моральной праведности. Такое навязывание ценностей без взаимопонимания или общего контекста может привести к поляризации и отсутствию подлинного диалога. Более того, у меня работает микрофон. Мне пишет, что нет. Более того, есть риск, что понятие морального капитала может быть сведено к упрощенной дихотомии. Он либо есть, либо его нет. Это редукционизм, не в состоянии признать сложность морали и этики. Люди не просто хороши или плохи. И их моральный капитал не статичен. У всех есть способность учиться, расти и меняться. Обозначение чего-либо как человека с низким моральным капиталом может несправедливо заклеймить его, создавая барьер для его потенциального роста
и совершенствования. Кроме того, существует опасность, что моральный капитал может быть превращен в товар, сводя этическое поведение к транзакционному акту. Это превращение в товар может привести к сценарию, в котором добрые дела совершаются не из-за подлинного сочувствия или ответственности, а из желания накопить больше морального капитала. Это поверхностная мораль, которой действия руководствуются внешностью, а не подлинным альтруизмом, подрывает основную сущность этики и морали. Наконец, сосредоточенность на моральном капитале иногда может затмить системные проблемы, которые в первую очередь создают моральные дилеммы. Обвиняя отдельных лиц или организаций в отсутствии у них морального капитала, мы часто игнорируем более крупные социальные структуры, которые могут препятствовать этичному поведению. Более эффективный подход будет включать решение этих системных проблем, создание условий, естественным образом способствующих этичному поведению. Суммируя вышесказанное о критике морального капитала, хотя концепция морального капитала обеспечивает полезную основу для понимания и поощрения этического поведения, она не лишена недостатков и потенциальных злоупотреблений. Мы должны стремиться использовать его как инструмент для размышлений и улучшений, а не как средство суждения или превращения в товар. Давайте сосредоточимся на поощрении подлинного диалога и взаимопонимания, содействии росту и изменениям в решении системных проблем, препятствующих нравственному поведению. При этом мы можем использовать концепцию морального капитала по прямому назначению, вести нас к более этичному и чуткому обществу. Дамы и господа, есть тема, которая пересекается с философией, коммуникацией и медиаисследованиями. Для этого нам нужно погрузиться в работу французского философа Жана Бодрияра, особенно в его основополагающую работу «Симулякры и симуляция», а также роль медиа в ее контексте. Бодрияр постулирует мир, в котором наше понимание реальности было омрачено сфабрикованной реальностью, гиперреальностью, где грань между реальным и симуляцией размыта, где копии и симулякры заменили оригинал. В этом мире средства массовой информации играют решающую роль в создании, распространении и сохранении этой гиперреальности. По Бодрияру, средства массовой информации действуют как зеркало мира. Однако то отражение, которое мы видим, не есть истинное представление реальности, а скорее искажение, симулякр. Это не отражение того, что реально, а то, что СМИ хотят, чтобы мы воспринимали как реальность. Средства массовой информации формируют это восприятие, эту реальность, в соответствии с общественными структурами, политическими мотивами и культурными влияниями. Наши современные общества погружены в медийный ландшафт, который постоянно бомбардирует нас изображениями, историями и нарративами. Эти нарративы чаще всего представляют мир, который соответствует определенным идеологиям, укрепляя определенный взгляд на реальность. Это непрерывное насыщение
создает то, что Бодрияр назвал гиперреальным. Пространство, в котором симуляции реальности становятся более значимыми, чем сама реальность. Точка зрения философа особенно актуальна в наш нынешний цифровой век, когда платформы социальных сетей, новостные каналы и потоковые сервисы являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Потенциал распространения гиперреальности увеличился в геометрической прогрессии. Теперь у нас есть возможность жить почти полностью в конструкциях, в симуляциях, оторванных от реальности. Хотя идеи Бодрияра могут показаться антиутопическими, они служат ярким напоминанием об огромной власти и ответственности, которыми обладают СМИ. Это поднимает важные вопросы о нашем потреблении медиа, о нашей осведомленности и понимании реального и представленного. Это заставляет нас критически взаимодействовать со средствами массовой информации, подвергать сомнению нарративы, которые нам представляют, и стремиться к более глубокому пониманию мира. Роль СМИ в контексте симулякров и симуляций заключается не только в распространении информации. Речь идет о манипулировании восприятием, конструировании реальности и оказании влияния. Это размышление о том, как устроена наша реальность и как мы, как сознательные потребители медиа, должны стремиться к медиаграмотности и критическому мышлению. Подводя итог в этом вопросе, мы должны помнить, что работа философа служит подсказкой, призывом подвергнуть сомнению нашу реальность, отделить реальное от симуляции по мере того, как мы перемещаемся по нашему сверхопосредованному миру. Давайте стремиться к критическому осознанию. Давайте отличать симулякры от оригинала. Давайте стремиться понять роль, которую медиа играют в формировании нашей реальности. Дамы и господа, сегодня мы отправляемся в интригующую область философии и критической теории, сосредоточившись на работах французского философа и социолога. В центре внимания находится его ключевая работа «Общество потребления, мифы и структуры». Мы исследуем важнейшую роль средств массовой информации в этом обществе, как подчеркивает Бодрияр. Общество потребления, как его концептуализировал философ, представляет собой среду, отмеченную ненасытным стремлением к товарам, услугам и впечатлениям. Это общество, в котором акт потребления является не просто экономической операцией, а центральным механизмом формирования социальной и личной идентичности. В этом большом театре потребления средства массовой информации играют решающую роль. Они готовят сцену, направляют повествование и создают персонажей. Бодрияр утверждал, что средства массовой информации во всех их формах играют важную роль в определении того, что желательно и что следует потреблять. Именно через средства массовой информации мы узнаем, чего желать, как желать и даже почему желать. Нас бомбардируют изображениями и сообщениями, тонко или явно говорящими нам, что купить, куда пойти, как выглядеть и даже кем быть. Средства массовой информации создают идеализированный образ мира, создавая непреодолимую иллюзию, которая пробуждает наши желания
и подпитывает наше потребление. В обществе потребления Бодрияра роль СМИ выходит за рамки рекламы и продвижения. Это посредник социальной реальности, создатель ценностей, стремлений и норм. СМИ формируют повествование об успехе и самореализации, часто связывая его с потреблением, с потребительским поведением. Современный герой – это потребитель, ценитель, мужчина или женщина, окруженные правильными продуктами, правильным опытом. Именно через этот нарратив СМИ поддерживают и узаконивают цикл бесконечного потребления. Кроме того, средства массовой информации служат площадкой для социального сравнения, зеркалом, отражающим не только то, что мы есть, но и то, чем мы могли бы или должны быть. Он представляет бесконечное множество стилей жизни, личностей и возможностей, побуждая нас постоянно искать, сравнивать и потреблять. Он усиливает наши желания, неуверенность и тревоги, еще больше продвигая механизм потребления. Общество потребления французского философа предлагает критическое осмысление нашей социальной структуры и ключевой роли, которую СМИ играют в ней. Это побуждает нас подвергать сомнению наши желания, наши модели потребления и силы, которые их формируют. Это побуждает нас задаться вопросом: мы просто пассивные потребители, или мы можем быть активными, проницательными участниками? В завершении этого обзора понимание роли СМИ в обществе потребления побуждает нас развивать медиаграмотность и критическое мышление, призывает нас осознать и бросить вызов нарративам, которые управляют нашим потреблением. Поступая так, мы можем стремиться к более осознанному, сознательному и преднамеренному участию в жизни нашего общества. Сегодня, дамы и господа, я имею честь и возможность выступить на важную тему протестантской деловой этики. Этот дискурс берет свое начало в основополагающей работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в которой он предлагает корреляцию между протестантизмом, особенно кальвинизмом, и развитием современного капитализма. Согласно Веберу, трудовая этика и ценности, присущие протестантизму, особенно его кальвинистской ветви, заложили основу для возникновения капитализма. Эта этика отмечена трудолюбием, бережливостью и разумным управлением, ценностями, которые прекрасно гармонируют с принципами ответственного и этичного капитализма. Протестантская деловая этика основана на представлении о работе как о призвании или служении. Эта точка зрения придает работе глубокое духовное значение. Это не просто способ заработать на жизнь, но и возможность служить обществу и прославлять тем самым Господа Бога. Это убеждение, переведенное в деловой контекст, поощряет приверженность, ответственность и желание создавать продукты или услуги, которые действительно приносят пользу обществу. Еще одним важным аспектом протестантской деловой этики является добродетель бережливости. Это не бережливость ради самой себя, а бережливое и ответственное использование ресурсов. Этот принцип препятствует расточительности, поощряя устойчивость и долгосрочное мышление.
которые имеют решающее значение для долголетия бизнеса и его воздействия на окружающую среду. Честность – еще один краеугольный камень протестантской деловой этики. Правдивость, честность и справедливость считаются непререкаемыми добродетелями в деловых отношениях. Это поощряет прозрачные и этичные методы ведения бизнеса, которые способствуют выстраиванию доверия и долгосрочных отношений с клиентами, сотрудниками и другими заинтересованными сторонами. Управление – еще один ключевой принцип, заключает в себе идею о том, что мы не владеем ресурсами, а являемся их хранителями. Эта идея вдохновляет предприятия заботиться о своих сотрудниках, добросовестно обслуживать своих клиентов и добросовестно защищать окружающую среду. Но важно отметить, что хотя протестантская этика и могла повлиять на дух капитализма, она никоим образом не одобряет безудержный или эксплуататорский капитализм. Вместо этого он призывает к такой форме капитализма, которая уважает достоинство людей, служит обществу и поддерживает глубокое чувство ответственности перед всеми заинтересованными сторонами. Когда мы становимся с проблемами современного делового мира, эти принципы могут служить путеводной звездой, напоминая нам о важности этики в нашей профессиональной жизни. Компании могут черпать вдохновение в протестантской деловой этике, независимо от религиозной принадлежности, в создании рабочих мест, которые поощряют честность, трудолюбие и более широкую целевую устремленность. В заключение, протестантская деловая этика напоминает нам, что бизнес – это не только получение прибыли, но и возможность изменить окружающий мир к лучшему. Это побуждает нас рассматривать работу не как зарплату, а как платформу для служения, созидания и вклада в общество. Дамы и господа, сегодня мы также обсудим тут тему, необходимую для исследования, которая находится на стыке политики, экономики и этики. Социалистическую мораль. Основанный на философии социализма, этот моральный кодекс основан на принципах равенства, сотрудничества и коллективного благосостояния. Социалистическая мораль в своей основе поддерживает принцип равенства. Он выступает за то, чтобы каждому человеку, независимо от его происхождения, социального статуса или богатства, относились одинаково и справедливо. Этот принцип распространяется на экономическое равенство, стремление к обществу, в котором богатство не сосредоточено в нескольких руках, а распределяется справедливо, обеспечивая удовлетворение основных потребностей каждого человека. Наряду с равенством социалистическая мораль придает большое значение сотрудничеству и солидарности. Это побуждает людей видеть себя частью большого коллектива, продвигая идею о том, что мы сильнее, когда работаем вместе. Когда поддерживаем друг друга, это призыв к действию, побуждающий нас стремиться не только к нашему личному успеху, но и к благополучию всего нашего сообщества. Кроме того, социалистическая мораль высоко ценит труд. Он уважает и возвышает все виды труда, признавая, что любая работа, независимо от того, выполняется ли она
дворником или хирургом способствует функционированию общества. Этот принцип побуждает нас рассматривать работу не как средство накопления личного богатства, а как средство внести свой вклад в жизнь общества и поддержать друг друга. Наконец, социалистическая мораль говорит о сильном чувстве социальной ответственности. Это побуждает нас учитывать коллективные последствия наших действий, понимать, что наши решения и поведение могут повлиять на все наше сообщество. Эта перспектива воспитывает сильное чувство гражданского долга, побуждая нас активно участвовать в жизни нашего общества, работать над созданием более справедливого, честного и равноправного мира. Однако, как и все этические рамки, социалистическая мораль не лишена критики. Некоторые утверждают, что это может привести к отсутствию индивидуальной инициативы и личной ответственности, что может задушить инновации и конкуренцию. Другие считают, что упор на коллективное благополучие может упускать из виду индивидуальные права и свободы. Это веские соображения, к которым мы должны обращаться, исследуя и применяя социалистическую мораль. Завершая этот блок, социалистическая мораль предлагает перспективу, выходящую за рамки индивидуалистических устремлений. Она подчеркивает коллективное благополучие, равенство и сотрудничество. Это призыв строить общество, в котором приоритетом являются справедливость, взаимная поддержка и общее процветание. Независимо от того, согласны ли вы с принципами социализма или нет, продвигаемые им ценности могут служить трамплином для наводящих на размышления и дискуссии о том, какое общество мы хотим создать, и об этических принципах, которые мы выбираем для поддержки. Дамы и господа, я ценю возможность обсудить важную тему, вызывающую горячие споры во всем мире. Социалистическая мораль преследует благородные цели равенства, справедливости и коллективного благосостояния. Важно, чтобы мы также принимали участие в ее критике, ее потенциальных ловушках и проблемах, которые она может бросить обществу. Во-первых, принцип абсолютного равенства, хотя и благородный по своему замыслу, рискует упустить из виду сложность и разнообразие человеческой природы. Это правда, что мы все заслуживаем равных прав, возможностей и уважения. Однако в равной степени верно и то, что у всех нас разные навыки, таланты и стремления. При слишком строгом применении социалистического идеала равенства может в конечном итоге ограничить индивидуальность, задушить творчество и подавить здоровую конкуренцию, которая часто ведет к инновациям и росту. Во-вторых, социалистический упор на коллективное благополучие может иногда приводить к пренебрежению индивидуальными правами и свободами. Существует риск превращения коллектива в монолитное целое, не терпящее инакомыслия и отклонений. Стремление к коллективной гармонии не должно упускать из виду ценности индивидуальных точек зрения и право на личную автономию. Важно, чтобы мы нашли баланс между коллективным благополучием и индивидуальными свободами. Распространенная критика социалистической морали заключается в том, что она может непреднамеренно создать культуру зависимости. Общее
Обещаю удовлетворить потребности каждого человека. Есть риск подорвать личную ответственность и инициативу. Важно продвигать общество, которое помогает нуждающимся. Но не менее важно развивать культуру, которая ценит уверенность в себе и личное развитие. Еще один пункт критики заключается в предположении, что богатство и ресурсы могут быть распределены справедливо и эффективно. История показала, что централизованное планирование может привести к неэффективности, коррупции и даже экономической стагнации. Крайне важно обеспечить, чтобы стремление к социалистическим идеалам не привело к административной неэффективности и безответственности. Наконец, приверженность социалистической морали правам трудящихся похвальна, но она может упускать из виду важную роль предпринимательской деятельности и тех, кто идет на риск, которые способствуют инновациям и экономическому росту. Хотя мы должны обеспечивать справедливую заработную плату и хорошие условия труда, мы также должны ценить и поощрять тех, кто создает рабочие места, внедряет инновации и вносит свой вклад в экономику. Завершая эту критику, социалистическая мораль воплощает в себя похвальные устремление к равенству и коллективному благоденствию. Крайне важно признать ее потенциальные ловушки. Именно баланс индивидуальных прав с коллективной ответственностью, личной инициативы с общественной поддержкой и предпринимательства с правами работников приведет нас к более гармоничному, справедливому и процветающему обществу. Цель сегодняшней дискуссии не в том, чтобы отвергнуть социалистическую мораль, а в том, чтобы критически подойти к ней, понять ее сильные и слабые стороны, найти пути создания общества, уважающего как индивидуальную свободу, так и коллективное благосостояние. Дамы и господа, важно поговорить о развивающейся концепции морали расширенного человеческого общества. В нашем взаимосвязанном, технологически управляемом мире мы должны постоянно пересматривать и оценивать то, что представляет собой моральное общество. Расширенное человеческое общество включает в себя не только наши непосредственные физические сообщества, но и обширные цифровые сообщества, межкультурные взаимодействия и наши отношения с окружающей средой и нечеловеческими сущностями. В расширенном человеческом обществе наши моральные обязательства выходят за пределы нашего непосредственного физического окружения. Они включают в себя виртуальные взаимодействия, воздействующие на людей за тысячи километров. Это требует изменения нашего понимания уважения к конфиденциальности и ответственности. Это означает понимание того, что наши слова и действия в цифровой сфере имеют такой же вес, как и в физическом мире. Киберзапугивание и ненавистнические высказывания в интернете могут причинить не меньше вреда, чем физическое насилие. Концепция справедливости также должна быть пересмотрена в контексте расширенного общества. Социальная справедливость теперь включает в себя цифровой доступ, поскольку интернет стал важнейшим ресурсом для образования, трудоустройства и социальной активности. Неравенство в цифровом доступе отражает более широкое социальное неравенство, и его необходимо решать в рамках нашей более широкой борьбы за
социальную справедливость и равные возможности. Более того, в этом расширенном социальном представлении мы должны признавать и уважать разнообразие культур, традиций и точек зрения, с которыми мы не сталкиваемся. Это означает стремление к пониманию и взаимному уважению. Ценя богатство, которое разнообразие приносит нашему глобальному обществу. Это означает формирование культуры инклюзивности и отказ от ксенофобии, расизма и других форм дискриминации. Кроме того, в контексте расширенного человеческого общества наши моральные обязанности охватывают наше взаимодействие с окружающей средой и нечеловеческими сущностями. Речь идет о признание нашей взаимосвязи с миром природы, пониманием того, что наши действия имеют последствия, выходящие далеко за пределы нашего непосредственного окружения. Речь идет о том, чтобы видеть себя распорядителями, а не хозяевами мира природы. Наконец, по мере того, как искусственный интеллект и робототехника все больше интегрируются в наше общество, мы должны также учитывать этику нашего взаимодействия с этими нечеловеческими существами. Это включает в себя этичное проектирование и использование этих технологий, а также рассмотрение потенциальных прав и соображений разумного искусственного интеллекта в будущем. В заключение, мораль расширенного человеческого общества – это не просто расширение традиционных моральных принципов, а переосмысление этих принципов в контексте нашего взаимосвязанного и технологически развитого мира. Речь идет о признании расширенного масштаба наших действий, понимание широкого влияния наших решений и принятие на себя ответственности за создание справедливого, уважительного, устойчивого глобального сообщества. Дамы и господа, хочется исследовать критику развивающейся концепции морали расширенного человеческого общества. Хотя очень важно признать, что наша моральная ответственность возросла с появлением технологически взаимосвязанного мира. Также важно решать проблемы и дилеммы, присущие этому расширенному пониманию морали. Фундаментальная критика морали расширенного человеческого общества заключается в размытых границах, которые она представляет. По мере того, как наше общество выходит за пределы физического пространства в цифровые сферы, мы сталкиваемся с такими проблемами, как анонимность, дезинформация и отсутствие регулирующего надзора. Интернет предоставляет как платформу для своего свободного выражения мнений, так и маску, за которые могут скрываться совершенно вредоносные действия. Эта двойственность может помешать нашим усилиям по созданию уважительного и подотчетного онлайн-сообщества. Чем шире становится наше понимание общества, тем разнообразнее морально-этические рамки, с которыми мы сталкиваемся. Хотя разнообразие является источником богатства, оно также создает проблемы при попытке определить общепризнанный моральный кодекс. Различные культуры, религии, личные убеждения могут привести к противоположным представлениям о добре и зле, честности и справедливости. В этом контексте, чья
мораль преобладает. Кто решает, какие моральные принципы управляют нашим расширенным обществом? В нашем стремлении обеспечить цифровую справедливость мы также рискуем увеличить социально-экономический разрыв. Стремление к оцифровке может непреднамеренно привести к маргинализации тех, кому не хватает ресурсов или навыков для работы с цифровыми технологиями. Стремясь к моральному расширению общества, мы должны следить за тем, чтобы не оставить позади тех, кто лишен прав в цифровой среде. Распространяя наши моральные соображения на нечеловеческие существа и искусственный интеллект, мы плывем по неизведанным водам. Этика искусственного интеллекта, в частности, представляет собой область, чреватую проблемами. Можем ли мы привить человеческую этику нечеловеческим существам? Если да, то чья этика должна быть? И как нам гарантировать, что эти технологии не станут инструментами угнетения или дискриминации? Более того, воздействие нашего стремления к цифровке на окружающую среду – это критика, которую мы не можем игнорировать. В центре обработки данных, электронные отходы и добыча ресурсов, необходимых для наших цифровых устройств, все это имеет серьезные экологические последствия, поскольку мы расширяем наши моральные обязанности, включая окружающую среду, мы должны согласовывать их с нашими цифровыми устремлениями. В заключение, хотя концепция расширенной морали человеческого общества дает нам представление о взаимосвязанном, инклюзивном и этически сознательном глобальном сообществе, она не лишена проблем. Крайне важно, чтобы мы подошли к этому видению критически, признавая сложности и дилеммы, присущие этому расширенному моральному ландшафту. По мере того, как мы преодолеваем эти трудности, наша общая приверженность уважению, справедливости и сочувствию приведет нас к истинно нравственному расширенному обществу. Спасибо. Так, ну вы прям как проповедник говорили, да? Раньше у нас американских проповедников изображали примерно так. Я пришел к вам, чтобы сделать вас богатыми. Хотите ли вы, чтобы я вас сделал богатыми? Отвечают, да! Вот такие вот были. Но вообще говоря, вот если бы... Если, когда это была работа, так сказать, Вебера написана примерно? В позапрошлом веке. Позапрошлом. Но Ленин ее явно не читал. Иначе он был уверен абсолютно, что капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. То есть, что вот что они будут делать все, что надо, да, для того, у меня что есть надо. Цитата. Давайте. Там, значит, в комментариях в прошлом видео написали мне, что я, когда говорил про Калигулу и про то, что человеческое удовольствие, большие деньги не приносят больше человеческого удовольствия, мне сказали, что я процитировал Пелевина. Очень хорошо то, что подписчики смотрят Пелевина, да? Точнее, читают Пелевина, я имею в виду. Вот. Подписчики, которые нас смотрят, читают Пелевина, но они не читают того, откуда он нахватался этого. В ну, частности... Да, это... Светония, наверное, да? В частности, Бодлияра, Льва Толстого, Деле и других философов, у которых он этого нахватался. Поэтому неудивительно то, что я процитировал. Пелевин тоже это процитировал. Это не понятно. оригинальная мысль. Понятно, Вот. понятно, понятно.
Про веревку, на которой мы повешаем капиталистов, есть цитата из книги Пелевина, как раз про которую подписчики писали в прошлом видео. В общем, в этой цитате написано, что на что не согласится капиталист за 300% прибыли. Да Да. ни на что не согласится современный капиталист за 300% прибыли, потому что прибыль высокая такая в 300%. Это риск. А капиталист, у которого есть богатство и есть деньги, он не будет рисковать тем, что у него есть. Его же посадят или убьют за эти 300%. Какой смысл рисковать всем, что ты так назвал? Евгений Чичваркин очень красочно в интервью Дудю сказал о том, что ну, не вырастет у меня компания в Лондоне в 3 раза за год, как Евросеть. Но мне хватает этих 3% в год. Мне не надо. Ему не нужно 300% за год. Ему нужно 3% в год, но чтобы их не отобрал никто. Так что это да. За 300% никто из капиталистов, но это только люди необразованные и без опыта и без благосостояния. Когда у Да. тебя есть состояние, ты пытаешься его сохранить, а не приумножить. И откуда вы это нахватались, этой идеи, идеологии там про социалистическую мораль? Это какая-то выдумка, честно говоря, то, что там говорили, потому что ну, никак это не работало, каждый все равно к себе тащил, и все это всеобщее благо, это было явно то, что нас обманули. Так простой работяга прекрасно понимал, что это для тех, кто там наверху сидит, номенклатура, вот это всеобщее благо, да. Был же такой анекдот, значит, так сказать, Чукча вернулся с очередного съезда партии, рассказывает, значит, все, значит, выступает он там перед своими членами партии Чукотской, на Чукотке, вернее, и говорит, вот все для человека, все во имя человека, все для блага человека. И я этого человека видел в Москве, да, для блага которого это все было. Вот. И, кстати говоря, ну, реально вот был такой, и работал он, работал мораль революционера. Значит, если нужно солгать, солги, нужно убить, убей, да, вот и все это. И подпись строится, как кровь из простреленной головы. А? Экспроприировать Ну, экспроприаторов. это само собой экспроприация. Тут тоже вот вообще лгать, убивать, все для того, чтобы вот... Да уж выгодно это партии, классу надо, то есть там партия была, да, во главе. Ну вот он, правда, вот в отношениях с Западом он, конечно, не отряд. Мы видим вот сейчас, что, например, банк такой есть, Райффайзенбанк австрийский, он пытается уйти из Российской Федерации. А уйти, это значит, ему нужно, так сказать, продать свой банк. А продать банк здесь и уйти. Вот. А ему запретило, значит, правительство наше продавать банку. Нельзя, не продавай, владей им, продолжай управлять. Вот. Они уж там всяко пытаются там убрать все, что только могут. Все, что только могут, какие только могут убрать, так сказать, опции своей работы. Вот. Но, значит, вот никак... Да, и при всем при том, что этот самый филиал, он не филиал, это его, так сказать, дочка в Российской Федерации, как говорят наши экономисты, генерировала для него больше половины прибыли. Они все хотят уйти отсюда. Вот Райффайзенбанк, в общем-то, не хочет. Не хочет, не хочет никак. Никак не хочет. Никак не хочет он нормально жить. Все хочет уходить, потому что ему на него, его там будут, на него будут косо смотреть, что он тут генерирует себе прибыль. И уж он всяко пытается свернуть это участие. Я проходил собеседование у них в московском офисе. И Я как? знаю историю создания Райффайзенбанка. Это Расскажите, какова же там история? фермеры австрийские, пастушки вот эти вот были. Они создали то, что называется кредит юнион, кредитный союз.
И, в общем, по тому принципу, который в Ветхом Завете, в Талмуде, в Библии, описан в истории Иосифа. Есть две истории, экранизированные голливудской мультипликационной студией DreamWorks. Это «Принц Египта» про Моисея, про исход евреев из Египта при Рамзесе II. И Иосиф, король сновидений. Я так понимаю, что этот мультик провалился, но он рассказывает как раз о том, как первый еврей в Древнем Египте стал, ну, если можно так выразиться, античным банкиром. Вот. Он стал вторым человеком в Древнеегипетской империи, вот, потому что он умел толковать сны. Почему он король сновидений? Потому что он умел толковать сны, и у него был брат Иуда, который продал его за 20 серебряников. Причем это случилось за 2500 лет до Иисуса Христа. До другого Иуда. Но там цена поднялась 30 там. Да, До инфляция. 20. Да, Да, его инфляция. продали собственные братья, потому что он был младшим сыном от жены их отца, которая была бесплодная. То есть отец считал, что это чудо, что он родился, и он его типа берег. А он 13 или 12, по-моему, 12 их должно быть, как месяцев в году. 12-й сын, и поэтому другие сыновья старшие пахали, а он там с овцами спал. Вот ему и сновидения вещи снились. И, в общем, они его продали в рабство, он попал в Древний Египет на рынок рабский, его продали во дворец. Во дворце он там полы тер, ему в этих лужах перед хоромами фараона и его жены мерещились эти братья, которые над ним смехаются, что типа, как тебе теперь, белоручка? Вот. И он так сильно пол тер, что жена фараона заметила, что он один горбатится там. И она спросила, это ты все вот тут вокруг оттер? Вот. Но она обратила внимание на то, что у него руки не рабочие, не рабские. И взяли они его себе, как сказать, на повышение. Он сначала там ходил от тени, закрывал жену фараона. Потом они его научили письменности, он потом стройкой начал руководить, заниматься, потому что проще же рабу поручить это. Вот. И так он научился строить и читать, писать по древнеегипетскому. Но сын фараона создал ситуацию конфликтную на стройке, из-за которой кто-то погиб. Его упекли в тюрьму. Опять незаслуженно, как и продали за 20 серебряников. История, в общем, повторилась и в Древнем Египте. И он сидел там в этой тюрьме, в общем, с сокамерником, который вещи сны не видел, но он их умел толковать. И он ему объяснил, как толковать сны. Вот. В общем, он сидел очень долго. Сначала он жаловался. Ну, всю эту историю он жалуется Богу на то, что зачем ты меня проклял, что это не дар, а проклятие, и вообще мне плохо всю жизнь. Но в камере, когда вот он оказался на полном дне, потерял все, что мог, он начал, ну, нашел не дерево, а листок от дерева, и начал его выращивать. В итоге он сидел в этой камере столько, что он из этого листка вырастил целое дерево. Начал отдавать вместо того, чтобы просить. И у фараону как раз его мучил один сон несколько лет. И ни одни маги, ни одни жрецы, никто не мог ему объяснить значение его. Сокамерника этого Иосифа забрали, чтобы он толковал сны. Видимо, он плохо толковал, его скормили крокодилом. Вот. В общем, пришел этот сын фараона за Иосифом, когда уже никого не осталось. И удивился тому, как тот поменялся за столько лет. Вот. И сказал ему, что типа, что же я наделал? В общем, пошел он к фараону, фараон ему рассказал свой сон, и тот ему объяснил, что за 7 годами процветания
идут 7 лет неурожайных годов, голодных годов. И тогда фараон у него спросил: «И что мне делать-то, если такие сны мне снятся? Это типа знак богов». Тот говорит: «Ну все просто. Берешь с фермеров, которые выращивают у тебя все, и излишки собираешь, поручаешь это человеку, которому ты доверяешь больше, чем своему собственному сыну. И пусть они собирают это в недоступном для животных и людей месте. А когда наступят голодные годы, все, кто делал свой вклад в этот склад продовольствия, будут приходить и брать семена, муку, провиант, пока голод не наступит, пока почвы не восстановятся». Вот. В общем, вот так еврей стал банкиром в Древнем Египте. Ну да, главное то, что еще в ту пору в Египте не было денег. Это был скорее склад, как, ну, сказать-то, это называлось так, дворцовое хозяйство. Значит, в каждом номе были жрецы, которые вот собирали все, что производили крестьяне, потом им по мере необходимости выдавали какую-то пайку их, да. Ну, это вот скорее напоминало нашу партноменклатуру, эти жрецы напоминали, который делил пайку, а все это там, ну, денег не было. У тогдашних жрецов не было денег, им не нужна была перестройка и гласность, а у нашей номенклатуры там были деньги, они видели, что если они повернут дело по-другому, откажутся от этого древнеегипетского социализма, по сути дела, ну, вот, то тогда они смогут очень хорошо обогатиться. Деньги были, можно за деньги продать. А в ту пору не было денег, и поэтому, ну, сколько ты там, в два горла будешь есть, ну, будешь ты ходить в чистой там набедренной повязке или в не очень чистой, ну, лучше в чистой, лучше в свеженькой, ну, так вот это у них все было. А так, да, он на самом деле Иосиф прекрасно ничего не придумал, конечно, он, или это он придумал тогда древнеегипетскую экономику. Но не, наверное, без него было. Просто так описали там все это дело. Хорошо, складно. Это библейская история. Нужно понимать, Да, что библейский, я знаю, вот в 12 этом самом, братьев. в еврейском музее там есть такой зал, там, как бы сказать-то, как это назвать, 4, наверное, Д. Повествование идет, значит, видишь объемную картину, это вот как раз история еврейского народа там. И там иногда трясет, качает, кажется, что пролетело, тебя что-то трогает, саранча пролетела, еще что-то такое там, ну там, казни египетские. Что-то там брызгает сверху, ну, в общем, красота. Вот в это далеко от нашего Московского еврейского музея, а вот он тут вот у нас под рукой. Можно сходить посмотреть это шоу. У нас тут тоже есть куча еврейских музеев в Бостоне и Нью-Йорке. Ну, наш-то еврейский музей сделал Абрамовичу. У Абрамовича куча денег, а ваш-то еврей, наверное, прижимистый, нет? Так у нас Абрамович живет в Нью-Йорке Так он живет у вас в на Нью-Йорке. Да 87-м улице. понятно, что он живет-то, экономит, наверное. Тут-то он шаркнул по душе. У него два музея-то были. Вот еврейский до сих пор работает, а этот, как он называется, так сказать, гараж, который он перестал работать. У нас есть Лев Блаватник, который тоже еврей, который тоже музей свой в Лондоне открыл очень хороший. Я так понимаю, что Абрамович с него просто пример берет. Уж очень похожи стили, как у Буша с Путиным. Макс Вебер опубликовал эту работу в 1905 году, то есть в 20 веке, но идеи этого он черпал как раз из книги «Время, деньги» Бенджамина Франклина, а это было Восемнадцатый век. за век на это. Да, ну что-то еще хотите добавить? Ну, я могу еще кое-что добавить. Добавьте, раз Сначала кое-что. я хотел вспомнить одну вещь. Какую же я вещь хотел вспомнить, я не могу вспомнить. А, Вспоминайте, вспоминайте. вот,
В общем, я построил повествование как бы из прошлого в будущее в контексте вот этого обсуждения протестантской этики, потому что протестантская этика меняется. Она в 80-х была не такой, как она была в нулевые. И сейчас, с учетом появления искусственного интеллекта, она тоже меняется. Вот. Ну и Бодрияр со своим обществом потребления и симулякрами симуляции, он писал эти работы так с меткой футуризма, что типа это все будет расти в геометрической прогрессии в будущем, а мы по сути уже живем в будущем, которое он описывал в 80-е годы. Вот. Но наше настоящее — это его будущее. То есть все, что описано в симулякрах и симуляции или в обществе потребления, откуда я, собственно, и брал идеи про ту цитату, которую мне вменяют. И не только я, Пелевин тоже ее брал. Вот. У Пелевина очень много еще от Кастанеды. И он вообще был переводчиком Кастанеды. Вот. И Кастанеда как раз об этом тоже писал, что человеческое восприятие строго ограничено. Вот, про Древний Египет у меня была мысль какая-то, вот как раз про то, что там не было денег и было продовольствие. И я не могу, у меня в голове вертится что-то, а Там не вспомнить не просто было продовольствие. Продовольствие ведь можно использовать как товар. Он не был товаром. У них не было товарного производства, что характерно. В Древнем Египте была такая вот командная социалистическая система, где все могу. получали просто свой паек. Но кто-то получал повышенный паек. Те, кто, например, на тяжелых работах были. Вот, им надо было повышенный паек получать. А кто-то нет. Тут они поменьше. Я А вспомнил про так это было. такое. Это было интересное общество, кстати говоря. Вы вы Благодаря тому, что французские товарищи освоили 80-е годы, значит, как сумели, благодаря компьютерам в том числе, перевести огромное количество текстов египетских, то вот их жизнь стала представляться совсем по-другому, чем, ну, не совсем по-другому, конечно, уточнились представления, чем были вот там, скажем, в начале 60-х годов, когда писались те учебники, в котором я, ну, до сих пор учусь по ним в нашей школе, по истории Древнего мира. С тех пор уточнилось, оказалось, на них, собственно, был наш колхоз. Колхоз. Оригинальная была штука. Колхоз. вообще, я могу сказать, что это еврейские кибуцы, потому что они появились Да, раньше. еврейские кибуцы, да. Но их придумали, конечно, наши социал-демократы, среди которых было достаточно много евреев. Не все они уехали после 5-го года в Палестину, некоторые тут остались. Но идея осталась одна и та же. Они, наверное, одновременно ее изобрели. Вот, и нам ее, значит, тут внедряли. Ну, а когда сюда писалось план Барбаросса, там у него была экономическая часть у плана Барбаросса, об этом написано в документах процесса над главными военными преступниками, как город назывался, где был процесс-то Нюрнберге, Нюрнбергского процесса. Вот, там, значит, писалось, что говорит, точно, говорит, хода хорошо, здорово, в Советском Союзе все сделано для того, чтобы эксплуатировать крестьяне, выеживают, впаривают, втыривают, но у них все отбирают и отправляют в город. Ну, мы так и будем продолжать отбирать, они пускай работают, то есть их положение-то, в общем-то, не ухудшится. И другое дело, что мы в город отправлять будем не в Москву, не в Ленинград, не в Куйбышев, а там во Франкфурт, в Берлин, в Мюнхен. Вот. А эти города пусть вымрут, они не нужны нам. А крестьяне пусть работают, пускай производят. Может, еще угледобыча, может, еще продолжалась бы, а так все это ничего не нужно было. А нефтедобыча еще. Вот такие дела. Вот так вот бы писалось так. Страшное дело, конечно. Я Египет вспомнил. тоже иногда завоевывали завоеватели. Видимо, они этим пользовались, этой системой. Ну,
Хотя у них не очень была такая, что прям высокая производительность. Да, не, ну да, как у нас, потому что избыток они отдавали тем, кто пирамиды строит. Да. Это же пирамиды не надо строить, пусть крестьяне там пашут, копаются в иле, сажают, сеют, да, тогда они сажали по штучке эти зернышки, да, ячменные, и пусть кормят всех нас. А этих пирамид строителей, ну их нафиг, они тут не нужны. Можем в рабство их продать, кстати. Вы спросили, при чем тут социалистическая мораль в контексте обсуждения протестантской Не, этики? ну вы как-то ее так повернули. Я не то, что спросил, при чем. Она понятно, что при всем. Мораль, она есть мораль. Но она, конечно, это какие-то такие прописные истины, фальшивые достаточно, потому что такой морали у нас не было. Каждый понимал, что надо ему выжить за счет другого. Так я после... Умри сегодня, чтобы я умер завтра. Я после социалистической морали и критику тоже рассмотрел. Ну да. Ну, вы так бодро рассказывали, что мне даже как-то вот я даже поверил, что это вы сами от себя говорите. А на самом деле вы где-то списали. Я хочу сказать про социалистическую мораль, откуда она взялась в протестантской этике. Дело в том, что особенно после 80-го года, когда стратегия как-то максимизации прибыли компании начала сворачиваться, и появилось вот это вот отмывание зеленым и стратегию устойчивого развития бизнеса. Вот. Ну, то есть, как бы всем стало очевидно, когда произошла стагфляция, что, ну, как бы у бизнесов есть цикл, и что сколько бы ты ни увеличивал прибыль, бизнес рано или поздно обанкротится. Но это тот же принцип, который я объяснил как раз вот на примере этой библейской истории с Иосифом. Что 7 лет процветания, кредитно-финансовая экспансионная политика сворачивается, дальше идет, как сказать, рецессия, да, что называется, Семь когда голодных лет, да. нерентабельные предприятия терпят убытки до тех пор, пока рентабельные прибыльные предприятия не заработают столько прибыли, чтобы выкупить за копейки нерентабельные вот эти вот предприятия. Команды, активы, сотрудников перенанять, рабочие места для них создать. То есть циклы меняются, в общем. Секунду. И когда это все поняли, появилась такая тенденция. Особенно она появилась в Калифорнии после 91-го года, как раз когда на выборах победили демократы, и Калифорния перестала быть республиканской. В городах-то они победили раньше гораздо, еще там со времен Детройта, всей этой движухи там, как это называется, деурбанизация, да? Вот. И вот эта социалистическая мораль, она как раз в Детройте и получила самое сильное распространение. Но и в Калифорнии тоже, в крупных городах, она получила сильное распространение. Калифорния, как штат, это пример того, как республиканский, казалось бы, штат с таким вектором на поддержание классической вот этой вот экономической модели, да, разделение ценностей свободного рынка. Вот, сформулировал по-русски. И после 91 года происходит что-то такое, что заставляет людей двигаться в сторону вот этого вот равенства. Все компании, все IT-компании крупные, и по сути те инвесторы, которые сейчас дают, и даже, я бы сказал, те стартапы, которые появились в Кремниевой долине, они все как бы появились не за счет новой политики, а за счет сохранения условий, которые были получены еще в республиканском штате. Потому что такие компании, как Microsoft, HP, Intel, они созданы еще до перехода в синюю зону Калифорнии. И они получали от университетов льготную аренду на 50 лет.
То есть для многих из этих компаний аренда закончилась либо в 2020 году, либо закончится вообще к концу этого десятилетия только. И по сути мы увидим плоды демократических изменений в Калифорнии только в следующем десятилетии. Вот. И, соответственно, если они не платят налоги на недвижимость, за землю, на которых у них стоят офисы, они эти деньги, излишки инвестировали. И инвестировали они их во все вот эти мелкие стартапы. Эти мелкие стартапы по традиции тоже получали налоговые льготы, как та же самая Tesla, которую часто обвиняют в монополизме. Но на самом деле это просто программа поддержки бизнеса такая, вот. И да, это республиканская программа поддержки бизнеса. Я бы так это сформулировал, да? Но с другой стороны, пока у вас предприятие маленькое, пока вы мелкий капиталист, а 99%, я напомню, малых предприятий в США это мелкие бизнесы, то вам, как мелкому предпринимателю, выгодны такие штаты, как Вайоминг, Аляска, Техас, с сильно республиканским уклоном, где низкие налоги вам предоставят, вот, где не так много регулирования, да, вот эта вот вся этика там на втором где-то плане, не в центре внимания находятся вот таких предпринимателей. То есть пока вы зарабатываете на уровне профессионала в бизнесе, ну, то есть если у вас бизнес связан с околомедицинской деятельностью, то понятное дело то, что вы как предприниматель не будете зарабатывать больше, чем врач. Врачи в США больше всех зарабатывают. Вот. То есть вот пока вы просто с средних уровней зарплат людей без образования, без опыта работы там в индустрии, да, вы открываете свой бизнес, вы работаете сами на себя, вы продаете услуги и товары, нанимаете людей. Вы как бы не отучившись в университете какой-то индустрии, да, не вот потратив там 7 лет своей жизни и полмиллиона долларов долг за обучение, да, который вам еще платить нужно, вы как бы можете достичь такого же уровня потребления, как вот врачи, юристы, аккаунтенты. И получается как бы такая возможность всем тем, кому учиться лень или не получаются обстоятельства. Вот, пока ты такой предприниматель, ты придерживаешься республиканских взглядов. Это статистика такая на самом деле. Если вы посмотрите статистику среди предпринимателей малых бизнесов, 80% голосовали за Трампа и стабильно голосуют за республиканских кандидатов на президентских выборах или выборах губернаторов штатов. То есть пока мелкий предприниматель, они придерживаются автономии. Они не рассчитывают на общество, они привыкли рассчитывать сами на себя. И, естественно, они хотят меньше регулирования, меньше лицензий, чтобы издержки и порог входа в бизнес были ниже для них. Вот. Но, значит, в контексте вот этой вот протестантской этики, как только, это еще во времена Бенджамина Франклина стало заметно, как только ты становишься крупным капиталистом, то ты начинаешь в соответствии с протестантской этикой придерживаться вот этой бережливости, сочувствия, помогай ближнему своему. И в конечном итоге протестантская этика эволюционировала в то, что в современном Нью-Йорке, в Калифорнии существуют социалистические программы поддержки населения. То есть, как это? Получается, что в экономически развитых городах, мегаполисах, когда ты становишься крупным бизнесменом, ты понимаешь то, что тебе не нужны конкуренты. А для того, чтобы у тебя не было конкурентов, ты должен платить больше своим работникам. Должен дать им медицину, ты должен забрать у них стимулы быть независимыми, уйти из твоей компании и создать твой бизнес. Ты должен повышать порог входа, должен повышать минимальные зарплаты, чтобы человек, работая на твою компанию, даже получая выше среднего, не мог себе позволить нанять кого-то,
из-за минимальной заработной платы, чтобы автоматизировать или делегировать свои полномочия. Вот почему я в контексте протестантской этики рассматривал такие книги, как «Общество потребления» и «Симулякр и симуляция». Потому что крупному капиталисту выгодно быть социалистом. Он уже имеет власть, у него уже есть благосостояние, и ему не нужны конкуренты. Для него смещение в сторону социалистических моралей и распространение идеологии и ценностей поддержания общества, это позволяет ему сделать своих сотрудников зависимыми от этой политики. Лишить их стимулов, лишить их индивидуального выбора, создать такой монолит, который будет воспринимать любое критическое осмысление своих действий в штыки. Что и происходит в современном американском обществе, в Твиттере. Вок-волна, так называемая. Попробуйте сказать, что нельзя детям менять пол в школах без разрешения родителей. Вас сразу же Да, это исключат из как не хорошо. экономического оборота американского. Да. Нельзя, нельзя. Вот поэтому протестантская этика эволюционировала из своих вот этих контрибуций в общество, и работа не как зарплата, а как служение обществу, она эволюционировала в симулякр и в общество, которое нам рекламируют во всех СМИ. Причем социальные сети и, как это сказать, телевидение, да? Я не говорю о том, что это пропаганда, потому что современная симуляция медийная в Америке – это не пропаганда. Согласно Бодлияру, средства массовой информации расширяются сразу во все стороны. Они не действуют в одном направлении, они не навязывают свои ценности в одном направлении. Они сразу же создают нарратив, который противопоставляется им же, их же политике проводимой. То есть СМИ не просто находятся там, где происходят события, а они их создают своим повествованием. Они создают сами себе противников, потому что им не нужны, как это сказать, неконтролируемые союзники. Им нужны управляемые враги. Вот. И то же самое относится к социалистической морали, которую берет к себе на вооружение протестантская этика. Они поддерживают социализм не... Почему я писал про моральный капитал, написал в начале, и про его критику? То, что он может стать фальшивым, он может стать симулякром просто. Мы как бы зарабатываем себе очки морального капитала, делая правильные действия и говоря правильные слова в медиа. Но на самом деле капиталист крупный воспринимает это как конкурентную борьбу против мелких предпринимателей, которые представляют для него угрозу. Ведь какой риск в критике социалистической морали создает внедрение этой социалистической морали в общество? Это риск того, что у людей пропадет желание конкурировать, создавать инновации и рост. А это и нужно крупному капиталисту. Зачем ему конкуренция? Ему он все. Я же говорил, миллионер 28 лет зарабатывает в Америке свой миллион долларов. Им 57 лет всем. Они уже на пенсии. Все, им ничего не менялось, как можно дольше. Вот есть у него билдинг, как у Трампа в Нью-Йорке. Снимают у него куча румейтов вот этих вот. Людей независимых, бездетных, не состоящих в браке. Все у них хорошо с половой жизнью. Любовь у них в жизни есть.
Нашли они себе пару. Теперь даже не нужно искать противоположную по... Все это для того, чтобы собирать с квадратного метра как можно больше денег. Продолжайте, я здесь. Вот надо порядок навести. Так что этот социализм, с одной стороны, преследует, как вы выразились, фантастические цели, а с другой стороны, в контексте упоминания философии Бодрияра, этот социализм создает вот эту виртуальную реальность, виртуальный нарратив, в который он заставляет людей верить. Дело не в том, что люди и общество, которое мы хотим создать, будут жить в такой парадигме. Дело в том, что в этом обществе есть люди, способные создавать эти нарративы и управлять людьми, которые верят этим нарративам, без критического мышления. А критическим мышлением большинство населения в Америке не обладает. Я напомню, тут какой-то ПТУ закончило 37% американцев. В лучшем случае какой-то ПТУ. А про высшее образование их еще меньше. Хотя в целом в абсолютных цифрах докторов наук, Вот у нас-то магистров... вот наше критическое мышление разрушило социализм-то. Мы не верили в социалистическую мораль. То есть какое самое место, где строить социализм, отказалось США. Наш тоже вот советские древние, так сказать, коммунисты говорили, вот США замечательная страна, и у них все электричество есть, все дороги проложены. Им бы еще, говорит, социализм. И все было бы нормально, был бы коммунизм, да, советская власть. То есть что такое социализм? Это электрификация плюс советская власть. У них был бы социализм. Если только советская власть туда, и все. В Америке. Да. Из Кулю. Да, но я все-таки, когда читаю «Капитал» Маркса, Тихо. я понимаю то, что в Америке коммунизм уже наступил. Единственное отличие от того коммунизма, который себе Маркс представлял, в том, что деньги никуда не пропали. Но они уже постепенно сходят на нет. То есть ты подходишь, ты платишь не деньгами на самом деле, а телефоном. То есть транзакции по моей кредитной карте в American Express – это просто запись в бухгалтерской книге, как Ну, и это там. предполагал Маркс. А, да, все про Маркса. То есть То есть, коммунизм у вас уже построили, да? смотрите, согласно протестантской этике, вот это равенство, то, что каждый человек, вне зависимости от статуса, богатства и происхождения. Я в сауну захожу в спортзале, со мной разговаривает пакистанец, который не может написать деловое письмо по e-mail, по-английски, потому что он плохо знает английский. Но при этом он владелец нескольких автозаправочных станций. То есть каждый человек имеет возможности. Его дочь закончила Ель по защите прав меньшинств юристом. Его сын закончил инженерный факультет в University of Connecticut. Это один из лучших университетов. Входит в топ-100. И он приехал из беднейшей страны, из Ну, Бангладеша. Пакистан не такая уж бедная страна, у них есть атомная бомба, атомные реакторы, ракеты баллистические, так что не такая уж она бедная. И Абдус-Салам, пакистанец, один из создателей квантовой хромодинамики. Так что не такие Ну они уж хорошо, пусть раритеты. будет не пакистанец, а бангладешец. Это не особой роли не меняет. А, ваш был из Бангладеш? А, он не пакистанец, он бангладешец был, да? Нет, он пакистанец, но он приехал из Бангладеш. Спросите его, почему. Вот. В общем, смысл в том, что получается так, что коммунизм подразумевает, что ты делаешь вклад в общество, это в рамках протестантской этики так и есть. То есть ты работаешь не за зарплату, не за личную выгоду, а за вклад в общество. Это в протестантской этике тоже есть.
ты имеешь возможности, как это называется, социальной и экономической мобильности. То есть ты живешь так, как хочешь, да? Единственное то, что равенство тут не особо. Равенство возможностей есть, а то, что вот деньги, если убрать из системы. Ну так, если убрать деньги, так и останется такой эквивалент кредитного рейтинга. То, что называют в Китае социальным рейтингом, его же социальный рейтинг, мейнфрейм, вот этот весь инфраструктуру и интерфейс для него писали Google инженеры и Palantir инженеры. Это же полностью слизанная с Америки система кредитного рейтинга, кредитной истории и criminal record. То есть любые правонарушения в Америке, например, на правах, если тебя останавливает полицейский и выписывает тебе за превышение скорости, один раз он тебе выпишет, в другом штате тебе второй раз выпишут, третий раз тебе выпишут. Ну, каждое нарушение фиксируется в базе данных. У тебя на правах, как называется здесь в Америке, появляются поинты, которые переводятся как точки просто. Вот. В Советском Союзе байка ходила о том, что гаишники ручкой там тыкают. Ну, в 90-х так было или в 80-х. Что типа, если ты этот даешь на лапу, то они помечают как-то права, и они только вот этот язык понимают, считывают. Ну так вот, тут не надо ничего помечать на твоих правах физических, все в базе данных у полицейского. И эти поинты копятся, и если ты эти поинты накопил больше 12, по-моему, тебя просто лишают прав. Это не преступление, тебя никто в суд не вызывает. Хотя, на самом деле, когда оплачиваешь штраф, ты можешь прийти в суд и обжаловать его, и не платить в случае решения в твою сторону. Но не суть. Это если полицейский не придет и будет работать в этот день. Если придет, то он может доказать, что ты не прав и будешь платить. Вот. В общем, смысл в том, что криминальный рекорд, кредитный рейтинг и кредитная история — это и есть социальный рейтинг американский. Ну, человек с плохой кредитной историей и кредитным рейтингом, как я рассказывал про банки, и про деньги, и про кредиты, он ничего не может. Ему даже машину в аренду не дадут. Дадут, но за половину стоимости ее в виде депозита. Вот. Так что да. Такие вот пироги. То есть у вас там надо сначала рейтинг приобрести кредитный, даже если у тебя есть деньги. Как это сделать, то все выпишем, Существует, как я уже да? упоминал, процедура, когда ты приходишь, открываешь кредитку, на которую ты кладешь свои деньги, и ты сам у себя занимаешь. Ну да, но ну, не то, что занимаешь, а расходуешь их, как это называется-то? Дебетовые карты у нас это называется. Нет, это не дебетовая карта. Не Ты то. приезжаешь, вот я приехал, вот ты открываешь дебетовую карту, это понятно. Но ты еще открываешь Secured Credit Card, называется. Кладешь на нее депозит. И пользуешься этим депозитом не как дебетовой картой, а как кредиткой. То есть туда будут начисляться проценты, ты должен платить вовремя, чтобы появился рекорд, чтобы появился А кому проценты-то платить? Самому себе или этой карте? банку. А, Конечно же, банк банк. еще за это берет деньги, да? То есть он же Конечно, взял но. ваши же деньги, вам их дал взаймы и взял за это проценты. Офигеть! Нет. Да? Кредитки все беспроцентные, если платежи делаются вовремя. Если Ну, платежи конечно. просрачиваются, берется процент. Ну, конечно. Так мы вам и поверим. Для чего же тогда это делать? Чтобы просрочили. А Процент. просрочить там какие сумасшедшие возьмут проценты? С ума сойти будет, да? Ну, на самом деле, по кредиткам здесь не сильно большие проценты. Не сильно. Если у вас хороший кредитный рейтинг, опять же, вам дают беспроцентные периоды при открытии новых кредитных карт. Все это для того, чтобы попался, в конце концов. Ну, я знаю, у нас это популярно тоже. И как ты банк, для чего банк это делает? Ну, люди же будут просто вовремя все это соблюдать. Но, говорит, иногда ошибутся, иногда мы им не так объясним, и они влипают, и там по полной программе, влипшие там, ну, сумасшедшие там деньги платят.
Это лучше не влипать. Это, ну, вот кто хочет рисковать, да, можно так. Чем Вот. больше риск, тем больше прибыли. Да нет, я понимаю, но тут я не знаю, если сам себе еще деньги даешь взаймы, блин, это вообще идиотизм. Полный идиотизм. А Но это как? надо собрать рейтингу. В Китае тоже это идиотизм, нам тут представляется их эти рейтинги. А Нарушением как прав по... человека. Как раз это все из Китая пришло. Короче говоря, ваша Америка, если не из Америки пришло, ваша Америка, она уже стала более социалистической страной, чем даже Китай. Не во всех штатах, но если рассматривать штаты демократические, то да, там очень сильная, как это называется, корпоративно-социальная ответственность. И то, что в Скандинавии часто приводят пример, что у них получилось построить социализм, премьер-министр Швеции сказал, у нас нет социализма, у нас есть социальная политика. Ну, если вы, типа, любите использовать как социалисты пример экономики скандинавских стран, почему бы социалистическим странам не перенять в первую очередь из Скандинавии законодательство в области защиты прав потребителей и частной собственности, например, интеллектуальной собственности? Почему-то все хотят перенять только социальные блага, которые получаются, но никто не хочет уважать частную собственность, например, перенять это у Скандинавии. То есть Скандинавия чисто капиталистические страны. Но у них очень сильная социальная политика. Вот что такое социалистическая мораль, это не про социализм. Социализм это немного другое, это политика. А социалистическая мораль это такое движение, можно сказать. Симулякр. Это то, как вам будут СМИ навязывать, чтобы вы потребляли. Потому что вы сказали, что сам себе платишь деньги, правильно, в банке. Но так Америка на этом и держится. Почему люди, когда смотрят, сравнивают зарплаты или стоимость жизни в Америке, и они говорят, там зарабатывают много денег, врач зарабатывает. У меня был знакомый белорус, он стажировался в Нью-Йорке врачом, работал в хирургии. В Белоруссии... А, и он уехал в Белоруссию обратно. У него, естественно, все спрашивали, типа, а почему ты уезжаешь? И он объяснял, в Беларуси нагрузка на врача – это типа 4 операции в месяц. И он там все получает, он в шоколаде, он, ну, интеллектуал, высшая каста общества белорусского. А в Нью-Йорке у него по 7-8 операций в день. В день. Вот как он там пашет. То есть в Америке рабочее место автоматизировано настолько, делегировано и напичкано таким количеством ассистентов, помощников и технологических устройств, что нагрузка возрастает. Я уже говорил о том, что если в модерне во время индустриализации люди физически не выдерживали, то о чем Карл Маркс пишет в «Капитале», да, что люди умирают, они задыхаются, им дышать нечем, им жить некогда. Они физически крепкие из крестьян, они привыкли работать руками в поле. Это тяжелый труд, это нелегкая задача. Каждый день вставать на рассвете и ложиться с закатом только для того, чтобы прокормить свою семью. Да, завод давал им деньги, но как пишет Максим Горький в романе «Мать», да, куда все эти деньги деваются у рабочих? Если в рабочем поселке ничего нет, вот общежитие и завод, все. И все после рабочей смены куда идут? Книжки читать, музыкой заниматься, картины рисовать, в театр? Нет, они идут в кабак пропивать свое здоровье. Вот. И в Америке здесь еще и работу воспринимают в соответствии с протестантской этикой, не как способ заработать себе на жизнь, да, а как вот этот вот способ служить обществу. И получается то, что у тебя вообще вся жизнь построена вокруг работы. Ну, то И есть ты... социализм, конечно, социализм, социалист.
И ты работаешь, работаешь, но нагрузка здесь, она тебя не истощает физически. Здесь очень много костылей, так сказать, да, технологических и, в принципе, из людей, из мигрантов. Но это очень большой поток данных, информации, ответственности и управления активами. Потому что эти деньги, эти 3000, 4000 долларов в месяц, которые американец зарабатывает, они подразумевают огромные обороты товаров. Если посмотреть на потребление, Америка потребляет в 10 раз больше, чем средний житель на планете. А если посмотреть еще и на докторов наук в Америке, сколько они потребляют, то в Америке расслоение огромное между людьми образованными и опытными. Ну, я имею в виду бизнесменов и политиков. У них обороты в 10 раз больше, чем у средних американцев. То есть все остальные американцы, они потребляют только для того, чтобы иметь возможность работать на докторов наук, на предпринимателей, на политиков, чтобы поддерживать их уровень потребления. Такая вот пирамида потребления получается. И это потребление, вы сказали о том, что деньги сам себе выдаешь. Ну так почему зарплаты здесь такие большие? Отчисления по Social Security, налоговые вот эти вот ухищрения для того, чтобы не платить зарплаты, а сохранить в пенсионный фонд. Помимо этого, я вам читал как-то про страховку, насколько здесь сложные страховки, насколько их много. Здесь страховка на все, абсолютно на все. И получается то, что у тебя из зарплаты половина уходит на налоги, страховки и в пенсионный, чтобы не платить налоги, опять же. И у тебя получается, что ты платишь пенсионы, а пенсионные фонды держат госдолг. Примерно 7 триллионов. Это больше, чем все иностранные государства вместе взятые покупают облигации государственного займа. То есть большая часть государственного займа принадлежит самим американцам. Они сами себе должны в долг. Когда вам говорят про то, что госдолг там 31 триллион, не забывайте о том, что треть этого госдолга у американских пенсионеров, которые далеко не большинство населения. Но получается то, что они всю жизнь работали, и часть вот этих 3-4 тысяч долларов они постоянно откладывали. И вкладывали эти деньги, пенсионные фонды в государственные гособлигации, на которые финансируются все социальные программы, строятся мосты, ну, на уровне штатов, если мы будем рассматривать бумаги муниципалитетов, городов и штатов, округов еще. Эти бумаги тратятся на создание инфраструктуры, как раз той самой, которую вы упомянули, электричество, дороги. Вот по количеству активов инфраструктурных в Америке столько активов. Я люблю пример, когда про Китай говорят, сколько Китай бетона производит в год или стали. И сколько там производят за весь прошлый век США или Евросоюз? Разница в том, что Китай интенсивно строится. Там строятся дороги, мосты, здания, небоскребы. А в Америке это уже все построено. Поэтому здесь не производят много бетона, стали и так далее. Потому что здесь амортизация происходит. Здесь нужно бетона и стали только для того, чтобы отремонтировать то, что уже и так имеется. И получается то, что все это производится на деньги государственного займа, на пенсию. И как бы ты получается то, что твоя компания, которая занимается подрядами, здесь же нет государственных компаний. Даже почта здесь не государственная организация. И получается то, что ты со своей пенсии и со своих страховок, потому что, опять же, страховые компании, что они покупают на фондовом рынке? Те же самые гособлигации. Большая часть страховок, они получают платежи по процентам от облигаций. И у них консервативная часть портфеля составляет от 60 до 80%. А если вы предпенсионного возраста, а у этих людей самые большие пенсионные накопления и финансовые активы, у них больше 90% в этих бондах. И получается то, что все это платится компаниям, субподрядчикам, в которых работают люди и получают ту же самую зарплату.
И вот такая вот циркуляция денег в американском обществе. Вроде бы получается, что очень много зарплаты, большие, но с другой стороны, у тебя от этих зарплат мало что остается после оплаты всех необходимых счетов. Поэтому, когда я вам показывал картинку, сколько людей в Америке живет от зарплаты до зарплаты, вот именно по этой причине они и живут от зарплаты до зарплаты. Потому что стоимость жизни неоправданно высокая, и она неоправданно высокая не за счет того, что здесь жить лучше или здесь больше активов, а за счет того, что просто большой спрос на все это. Ну, я думаю, уже мы близки к завершению. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, Да, и жмите подписывайтесь на колокольчик, канал чтобы... проект Мандарин. Это канал моего гостя сегодняшнего. И жертвуйте деньги, сочувствуйте. Да, сочувствуйте, да, да, вот это протестантская этика, да. Ну вот у нас, кстати, этим отличаются мусульманские товарищи. У них с этим лучше поставлено, да. Вот, в общем, как ни крути. Я упоминал про исламский банкинг как Да, раз. да, да. И у них есть такое понятие, что ты должен, ну, как-то вот участвовать таким образом в социальной жизни, иначе ты как-то не совсем правильный ты мусульманин, да, получается. Неэтично. Неэтично себя ведешь. Ну, да, неправильно ведешь себя, да. Не все ты, не все заветы Мухаммеда ты выполняешь. Ну хорошо, давайте прощаться с публикой. До свидания. Всего доброго.